Всем привет! Вы на канале Ведьмочка Ева. И сегодня мы будем делать разные поделки своими руками. Начинаем! Приближается праздник Хэллоуин, и мы сделали вот такую тыкву. Потому что какой же Хэллоуин без тыквы? Это то же самое, что Новый год без елки. Сначала мы ее помыли вот хорошенько. Потом нарисовали все глазки, ротик, носик. Потом сделали вот такие вот надоречики. Сняли верхушку, вот мякоть там всю вырезали и сделали вот отверстие. И вот такая у нас тыквочка получилась. Правда классная, скажите? Смотрите. Еще не подписался на мой канал, а ну быстренько подписывайтесь, чтобы не пропустить новых видео. Давайте начинать. Смотрите, я вчера уже начала подготавливаться и слепила вот такие фигурки. Вы можете что хотите лепить. Привидения, тыквы, летучие мышки. Все. Там скелеты, там всякие ведьмочки. Я слепила вот такого привидения с шапочкой ведьмы, как у меня. И слепила вот такую вот летучую мышку. Классная. Смотрите, она крылья. Друзья, сейчас мы будем делать вот такие привидения на гирлянду, чтобы повесить дома. Давайте начнем. Что нам для этого нужно, Ева? Нам нужно салфетки, черный фломастер, вот такие вот маленькие резиночки и вата обычная. Открываем. Так, вот. Берем одну салфеточку. Раскладываем ее. Вот так вот. Заберу. Ой, прилипла. Так, вот так вот раскладываем. Берем ватку. И катаем небольшой шарик. Ну, вот такой вот. Вот такой шарик. Ложим в серединку и закрываем вот так вот. И вот так вот подтягиваем. Так, видите? И вот тут завязываем резиночкой через голову, чтобы там ничего не порвать. Друзья, можно и ниточкой завязать, можно ленточку одеть. Мы одели резиночки, это намного быстрее и удобнее. Вот так мы красивенько делаем. И рисуем глазки. Эти ручками никакими нельзя. Потому что салфетка просто порвется. И не получится прийти. Вот такое у меня получилось смешное. Давай сделаем их несколько и сделаем из них гирлянду. Давай. Друзья, мы сделали вот столько привидений. И сейчас будем делать из них гирлянду. Вот такая красота у нас получилась. Мама вот взяла вот сюда иголку такую сделала и вот так протягивала. Ниточкой. Иголочкой с ниточкой. И получилась такая гирлянда. Да. Покажи нам еще раз ее. Мы сейчас повесим сзади тебя на скотч. Да. Красота. Стая привидений у нас получилась. Смотрите, как они красиво смотрятся. Красота, скажите. Очень красиво получается. Очень легко и просто. Да, а очень. Получается такая красота. Да. Давайте дальше начинать. Это у нас еще только начало. Нам еще куча всего делать. Сейчас мы будем делать летучую мышку. Смотрите, у меня новый карандаш. Для этого нам нужен черный картон. Это у нас тонкий. Ножницы, вот такие вот глазки, клей, можно любой клей, карандаш, клей, вот такой клей же.
нитки. И вот такая вот любая там... Основа любая. Основа там вот такая вот. Можно... Я взяла как бы эту баночку от лизуна. Ну что, начинаем? Сначала мы нарисуем все детали и будем вырезать. Вот такие вот у нас детальки получились. Основа, два крылышка, два ушка вот таких. И у мамы. И сейчас мы будем все склеивать. Ты, может, одну сторону сначала промажь? Тебе будет легче. Хорошо. Пока лежит картон, его промажь с одной стороны. Давайте приклеим ушки. Одно. Ой, давай чуть второе. Неровно получилось. Чуть-чуть. Я сейчас немножко подправлю. Ты давай приклеивай, я подправлю, пока не полностью присохну. Боже, выше, выше. Угу. Хорошо. Будем делать глазки. Сейчас разворачиваем. Ты нам пока что покажи, пока ты открываешь глазки, что у нас получилось. Какая летучая мышка. Так. Два глазика. И закрываем. Приклеим второй глазик. Прижимай. Ой, мало клея. Не, у тебя пальчик просто липкий. Клей уже. Нет, все? Вот такая летучая мышка. Будем ей еще ротик делать? Да. Ротик надо красный фломастер нам. Да. Вот такая летучая мышка у нас получилась. А теперь начинаем делать что-то другое. Полетели. Ева, я предлагаю сейчас по такому же принципу сделать монстриков. Давай. Несем картон. Да. По такому же принципу летучей мышки мы сделали вот таких вот монстриков. Один с одним глазом, а другой с тремя глазами. Глазками. Кстати, вот эта девочка, этот мальчик. Такие у нас монстрики. Да. Классные получились. Вы можете фантазировать любого цвета, да, любое можете, количество глазок. Да, можете сделать хоть 6 там глаз. Любые. Это же мультики. Они ж любые бывают. Вообще поделки. Нам нужна банка, краски, свечка, кисточка и стаканчик для кисточки. С водичкой. Да, с водичкой. Что мы будем, Ева, делать? Мы будем делать баночку тыкву. Угу. С личиком. Как ты будешь ее делать? Я сначала нанесу вот таким интересным цветом. Оранжевым цветом. Оранжевым. Ну, интересный такой. Нанесу как бы кожу. Вот такую вот желтенькую. Оранжевую. И потом черной краской сделаю глазки и ротик. Накрашиваю. Может быть, нужно будет несколько слоев сделать. Да, сделаю несколько слоев. Чтобы она была более такая оранжевая. Угу. Такая, как настоящая тыква. Смотри, получается вот так все классно. Угу. И темненько. Мама, ты видишь мою кисточку снаружи? Да, немножко вижу. Бери еще краску. Развести. Так получилось, что наши краски остались в художественной школе. Да. И мы нашли только такую. Потому что я уже очень засохшую. Люблю рисовать. Поэтому у нас, может, цвет не очень концентрированный. Но сейчас мы несколько слоев нанесем. Сделаем красиво. Вот такая баночка у нас получилась. И
И сейчас мы будем рисовать мордочку на ней. А какую мордочку, вы сейчас узнаете. Ребята, мы делали это первый раз, поэтому у нас это не получилось. Мама сказала, что надо было красками делать, а я думала, что надо было бумагой, так как бумага очень скользкая, краска у нас засохшая была, она у нас как бы сползала. Немножечко текла. Смотрите, друзья, мы рисовали по банке мордочку черной краской. Да. Вам рекомендуем взять, вырезать бумагу. Из бумаги все это и наклеить на банку. Ну, да. У нас получилось вот такой вариант. В принципе, симпатично, но мы хотели немножечко лучше сделать. Да. Теперь что нам осталось, Ева? Нам осталось поставить свечку. Сейчас я ее зажгу и тогда поставлю. Хорошо. Вот такая баночка у нас получилась. От свечек такой. Очень классные. И тут тепло, и тут тепло. Классно. Папа, колбасец, заколдованный обед. У нас настоящий Хэллоуин. Да, настоящий. Хоть он и будет через 2 дня. Так, теперь давай будем приступать к следующему. Намекал только что. Какие-то чудеса сегодня происходят. Ножницы пропадали, мама нашла. Карандаш пропадал. Да, карандаш пропадал. Какие-то монстры к нам что-то пришли. Эта свечка мигает. Давай, погаси теперь свечку. Продолжаем. Так. Для следующей поделки нам нужен карандаш. Белый листок бумаги, не картона, ничего. Фломастер обычный, черный обязательно. И ножницы. Сейчас мы нарисуем привидение и будем его вырезать. Да, я буду вырезать. Да-да. Друзья, мы нарисовали вот такое привидение. Кстати, посмотрите. Хорошо, как мы ввели линию, чтобы запомнить. И теперь будем вырезать. Начинаем. Я уже заканчиваю вырезать. Скоро наше привидение будет готово, да, да. Ева? Да. Сложно вырезать? Уголки вот эти вот сложные, а так все просто. Вот это отрежем, чтобы оно не мешало. Это лишнее, да? Сейчас вы увидите, какое наше привидение будет. Каких размеров. Вы уже на листочке видели, но сейчас я вам покажу, как я там вырезаю. Слушай, я подумала, наверное, мы повесим его на эту стену. Давай? Давай. Тут у нас пусто. Давай, это привидение, оно большое, оно будет красиво смотреться на той стене. Да. Ух, ведьмочка, ты столько всего умеешь делать своими руками. Да. Такую красоту наделала. Вот такое мое привидение получилось. Сейчас я нарисую ему глазки. Ну, глазки такие небольшие нарисуй. Ну да, какие-то да. Сами. О, хороший, хороший. Отлично. Вот так. Покажи нам. Может, еще улыбочку? Не знаю, как хочешь. Оно у нас доброе? Да. Может быть, 2 клыки? Я думаю, достаточно. Показывай. Что у нас получилось? Вот такое привидение.
Ух ты! Давай повесим ее, хорошо? Да. На стену. Давай. Будем клеить привидения, это очень интересно. Давай, Ева, может, чуть-чуть ближе ко мне. Вот так? Угу. Прикладываем. Мы приклеиваем на скотч, да. Для того, чтобы потом можно было легко снять с собой. Вот так. Ого! У нас привидение будет дома летать. Да у нас вон уже целая гирлянда привидений. Да. Я думаю, мы сейчас будем тоже привидение еще делать. У нас там еще одно есть. Ева, давай сейчас сделаем паука с паутиной. Давай! Ева, что с тобой случилось? Ты стала злой? Ты стала злой ведьмой. А ну превращайся в хорошую, превращайся, превращайся в хорошую, превращайся. Я тебя колдую, колдую, превращайся в хорошую. Ой, ты опять хорошая. Мы так испугались. Не будешь больше плохой? Не знаю, меня кто-то заколдовал. Мне кажется, это привидение недоброе какое-то. Ой-ой-ой, мне страшно. Мне тоже. Может, давай его повыше повесим? Ну, оно такое симпатичное и улыбается. Симпатичное. Ладно, я его поддрессирую потом. Хорошо. Давай делаем следующую поделку. Да, привидение тоже. Хотя нет, паучка. Поделки нам нужна тарелка или кружок из бумаги, ножницы, как всегда, и иголка с ниточкой. И вот такой вот игрушечный паучок. Вы можете его там в лизуне вот такие вот попадаться. Я из лизуна нашла. Ну что, начинаем делать? Да. Вот так вот. Ева, работа сложная. Да, вот так вот надо продевать. Снизу наоборот, Ева. Снизу вверх продеваешь. Только вот так вот? Пробивай, только пальчики свои не пробей. Сложно? Вот так. Вот, все, продевай. Тяни, тяни. Ева первый раз вообще иголку держит с ниткой. Вытягивай, вытягивай. Да-да-да, все правильно, молодец. Тяни. Тяни, 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 тяни. Давай, давай, давай. Быстрее, сильнее, быстрее. Так, оп. Все, начало есть. Все. Теперь бери в противоположном стороне. Пробивай дырочку. Не-не-не-не-не. Нет, Евочка, не так. Этой иголочкой вот тут теперь пробивай. Сверху, сверху, сверху. Тут? Нет, наоборот, вот тут, да. Сверху. Тут. Угу. Пробивай, давай буду. Вот так снимай, так будет лучше видно. Пробила? Да. Протягивай. Давай я беру ножнички. Вот. Еще тяни. Смотрите, наша паутинка готова. Теперь осталось только посадить паучка. Все, это будет теперь его домик. У меня есть еще второй паучок, но он где-то бегает по дому. Так, это сделали. Да, теперь... Приступаем к следующей. Давай будем делать мини-тыкву. Давай. Сейчас мы будем делать подделки съедобные, наконец-то, а то я уже проголодалась. Для шести мини-тыкв нам надо две киви. И я еще хочу сделать клыки из яблок. Ну вот, я взяла два яблока. И нам нужен ножик, чтобы это все порезать. Сейчас я буду чистить мандаринки. Начинаем. Кстати, вот эти мандарины, они кисленькие, но... Кстати, ребята, я пью сок из мандарина. Я вас сама себе выжимает сок? Да. И пьет его по утрам. Кстати, он очень вкусный. А полезный какой? Угу. Ой, на меня брызгает. Я уже почистила мандарины, и мы с мамой почистили киви и порезали.
Вот такими кусочками? Да. Будем делать что мы? Вставлять хвостики вот такие вот. И что у нас получится? Дыня. Какая дыня? Ой-е-е-е. Тыква, Ева. Я просто подумала о дыне. Очень люблю. Вот так вот. Ух ты, прикольно. Смотри. Глубже вставляй. Ой, провалилась. Они очень нежные и легко распадаются. Вот тут не получилось. Синечка. Вот так. Вот такие у нас получились тыквы. Нет. Так, перестань есть киви. Смотрите. Какая красота. Да. Сейчас мы будем еще делать одну вкусняшку. Да, мы сделали вот такую красоту. Что это, Ева, у тебя? Это у меня... Тыквы. Тыквы. А это у меня зубки, ротик такой. А ну возьми, покажи нам тыкву одну в ручке и одну. Покажи тыкву сначала. Самую большую взяла. И зубки. Угу. Кстати. Яблочко, смотрите, разрезаете на 4 части, вырезаете серединку так. И где? Вставляете зубки, да? Да, дырочки для зубов. Да, дырочки сейчас для зубиков. И тогда... И зубки, чтобы были подростки. Ой, зуб. И ведьма питается зубами. Угости зубиком. Так, Анюсенький, самый маленький. Спасибо. Да. Тыква у нас тоже кушает, да? Следующее, да, огромное Маша? Огромное привидение. Я, если честно, не знаю, как оно получится, потому что у нас одной вещи не хватает. Нам нужен черный фломастер, ножницы, вот такой манекен, бутылка. Шарик с бутылкой. Да, мы набрали, мы скотчем примотали, и мы налили воду для того, чтобы лучше стояла бутылка. И нам нужна марля. Вот такая штуковина. Да. Марля. Теперь открываем марлю. И вырезаем нужный нам кусочек. Скотчик. Дорогой скотчик. Угу. Сейчас мы отрежем нужный кусочек. Я сама там сделаю. Сейчас мы отрежем нужный нам кусочек. Ты размотала всю марлю, да? Спасибо, Ева. Нам вся не нужна. Чего? Мы же делаем большое. Мы одели на нашу заготовку. Теперь будем рисовать маски. Поверни к себе ровненько. Поверни. Вот так. Смотри, не урони. Маски большие рисуешь? Ой, смотри, какие они. Ты сейчас нарисуй, потом нам покажешь. Классик. Смотри, не урони бутылку, Ева. Улыбочку. У нас все привидения с улыбками сегодня. Покажи, что получилось, мы посмотрим. Улыбочку. Делаешь улыбку, да? Получается? Да, готово. Показывай нам. Снизу. Та-дам. Ой, какое привидение хорошенькое. Просто прелесть. Так, теперь я иду за брызгалкой. Мы набрызгаем, и оно будет высыхать. Да. Мы смешали воду с крахмалом, и теперь будем брызгать на привидение. Брызгать нужно
хорошенько полностью забрызгать, тогда оно высохнет, и мы уберем основу, и выйдет у нас такое стоящее привидение. Ставишь? Только для этого нужно еще время, чтобы оно высохло. Мы пока что забрызгаем его. Ой. Не наклоняй так сильно, ровненько держи. Друзья, смотрите, сколько поделок мы сегодня с вами сделали. Смотрите, мы сделали такое привидение. Оно еще у нас сохнет. Да. Мы сделали, показывай. Чудиков. Летучую мышку. Там привидение, еще привидение. Паучка с паутинкой. Тыквы и зубки. Еще мы сделали подсвечник такой. И смотри, еще ж мы сделали из пластилина, ты еще делала. Да. Привидение и летучую мышку. Да. Вот такую красоту мы наделали сегодня. Вместе с нашей ведьмочкой Кэнди Евой. Да. И тыковкой с шариком. Вот такой. Классно. Всем пока. Подписывайтесь на канал Кэнди Ева и не забывайте ставить лайк. И еще подписывайтесь на инстаграм моего привидения. Моих привидений всех. И паучка тоже. Всем пока. С наступающим праздником, друзья. Пока.